Вот так ловим пчел в лесу ловушками. Такие вот лесные ловушки на деревьях. На березе. Ну, береза одна такая, самое такое приметное место, вот, которое выбираешь, чтобы либо липа была, либо береза. И вот на нее ставишь ловушку. В один год с этого места у меня было три роя. Вот такое вот место. Старый хутор возле леса.